Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие и за подписчиков моего канала. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такой термин, как потусторонний мир. Он известен широко. Используется повсеместно. Но что же вкладывают в этот термин деятели восточной эзотерики? Так. Потусторонний мир. Здесь имеется в виду великое запредельное. Оно подразумевает существование вне физических границ, в которых мы находимся до тех пор, пока не перейдем через долину смерти. В разных странах мира люди всех возрастов задумываются над природой потустороннего мира. Однако наши так называемые ученые хотят все взвесить, все испытать и все доказать. Этим исчерпываются их возможности. Они не видят ничего, находящегося за пределами материального мира. Когда человек готов узнать истину, истина приходит к нему. Он постигает ее, и после этого она больше не требует никаких доказательств. То, что есть, не требует подтверждений. Существование того, чего нет, не может быть доказано. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот широко известный термин «потусторонний мир». На этом до свидания, до новых встреч.